Сирень необычайно популярна у российских садоводов и селекционеров. К примеру, известный советский селекционер-самоучка Леонид Колесников вывел более 300 ее сортов. Самые популярные представлены в садовом центре «Дарвин» – Галина Уланова, красавица Москвы, кремлевские куранты, Полина Осипенко. В том числе в садовом центре можно приобрести плоды творений других известных селекционеров – Вехова, Смольского, Бибиковой и Лемуана. В нашем центре также представлена сирень, привитая на штамбике. Чем она отличается? Тем, что не дает корневой поросли. Во всем этом разнообразии садоводы с легкостью разберутся сами. Все кусты сирени снабжены информацией с описанием сорта и окраски цветков. К тому же информационные этикетки пропитаны ароматом, соответствующим данному сорту сирени. Специалисты садового центра «Дарвин» пояснили, сирень – неприхотливое растение. При ее посадке необходимо соблюдать два основных правила – сажать на солнечные места и в удалении от грунтовых вод. Первые цветы, источающие благородный аромат, должны появиться уже через 3 года. Татьяна Бауэр, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».